Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну что, ребят, продолжаем Infinity Tank. База 6-й механизированной дивизии у нас здесь. Мы под обстрелом. Так, понятно, давайте немножко зачистим здесь карту нам, чтобы было чуть-чуть попроще. Где они? А, вижу. Давайте на пробиваемость сразу будем целиться. Ну что, еще один залп, и он готов, в принципе. Отлично. Так, следующий. Ну, я буквально думаю, на один выстрел он, да? Бинго. Так, что дальше? Еще один где-то. Ага, выезжает. Ну что ж, давайте его встретим. Идет пока у нас все хорошо. Никаких проблем особых я не вижу. Кроме той, что меня заметили. Мы будем надеяться, по мне не будут палить. Ага, это что, к тому же ракетница была. Силы противника приближаются со стороны порта. Ага, они нас решили сзади взять, да? Ладно, давайте развернемся, наверное. Где ты там? Так, желтый это у нас получается осколочное, как бы, пробивание. Это не есть хорошо. Кстати, да, когда мы стоим задом или боком, пробиваемость у нас увеличивается, поэтому лучше всегда стоять по нему передом. Ну, где ты там, давай. В дыму спрятался, да? Как же долго ты на цел ведешь, а? Ёлки ты палки. Отличная стрельба, ага, значит, его уничтожили. Куда нам сейчас? Новая волна на подходе. Опять сзади нас появились. Ну что же, разворачиваемся и будем. Так, елки-палки. Надо до пробиваемости доводить. Пробиваемость, помните, как у нас красный должен отмечен быть. Осколочный это желтый. И белые это вообще ноль пробиваемости. Ну, а, отлично. Нормально. Давай, вылази. Да что ж такое? Что за снаряды такие слабомощные, а? Да нет, вроде бы поставил себе на самые максимальные. Так что не должно быть особых проблем. Кто меня палит, не пойму. Ты что ли? Давай, в башню. Ну, еще на один выстрел. Ох, ё-моё, ничего себе, надо. Как вы так близко ко мне подобрались? Продинамил я вспышку, ребята. Давай, выходи. Какие вы мощные, а, засранцы. Да что ж такое, вообще не попал, что ли? Или мой мне помешал? Ну, видимо, так оно и было. За это и поплатился, взорвали его. Великолепненько. Прям на бегу, как говорится. База захвачена. Отлично. Наш командный пункт под плотным огнем. Ага, здание наше расстреливают. Доберитесь сюда, пока его не захватили. Ну, это, я думаю, будет плевое дело. ХП у меня пока полное. Единственное, что очень мало. 491. Это буквально 3-4 хороших попадания с мощного танка и все. Мне край. Давай, выползай. Так, тихо. Куда ты на меня двигаешься? Единственное, что плохо, что здесь нету, как сказать, у танка пулемета. Только лишь снаряды. То бишь, атака из пушки. Да что такое? Кто по мне стреляет? Не врублюсь. Ты что ли? Или нет? Да вроде ты как бы занят другим делом совсем. Да на ты. Да елки-палки. Ну мой-то что встал? Сделали. Дорога свободна. А, это мы только дорогу освободим. Выдвигаемся. Ну выдвигаемся тогда. Но я чувствую, сейчас будет еще какая-нибудь засада. Не может быть так все просто.
Так, где-то самолеты летят. Истребители, ну ладно. Думаю, что это наши. Не понял, сейчас что было. А, только что прибыли наши войска. Я уже думал, баг какой-то танк мой исчез. Сначала уничтожьте пусковые установки. Это значит ракетницы, да? Где они здесь? Что-то они все больно далеко, походу, дела. А нет, одного я заметил. Но это не пусковая установка. Только не сматывайся, стой на месте. Ах ты, в укрытие ушел. Не вижу я пока ничего такого. Вышел обратно, давай. Ну еще на залп. Только не сматывайся, стой здесь, вот так. Замечательно. Где же установки пусковые? Так, на мосту у нас тут. Ага, вот он. Его надо сносить в первую очередь. Да что такое, кто там? Так, сзади нет никого. А, вот он. Ёлки ты палка, ребята, у меня 225 хп. Это ничтожно мало. Плюс он по мне еще до сих пор бомбит. Успели, нет? Успели. Ну 46 хп это никуда не годится. Сейчас одно любое попадание и я взорвусь. Чего бы, конечно, естественно, не хотелось бы мне. Да что ж такое-то, а? А я единственное не понял, здесь... Ё-моё, меня подбили, ребят. Ладно, давайте переиграем именно с этого момента. Ошибка моя была в том, что я переоценил свои возможности. И думал, что этот танк все-таки переключится на кого-нибудь другого. Но, как видите, этого не вышло. И еще говорю, непонятно, я могу простреливать через свои танки или нет? Как бы это я еще не проверял. Ну, скорее всего, не должно такого быть. Сдох. Ах ты, елки. Ну, это не я его подбил. Что-то мы тут вообще в какое-то плотное кольцо попали. Так, установочка. Давай, 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 родная. Сдохни. Да елки-палки. Ну, не хватило буквально чуть-чуть, чтобы его добить. Так, если я не ошибаюсь, сейчас где-то сзади или сбоку должен вылезти еще один танк. Ага, вот он. Где-то здесь, где-то здесь. Вот вижу, что... Вот он выезжает, выехал. Промазал я. Давай, давай, выходи. Что-то не особо он хочет этого делать. Ладно, придется нам самим вылезти. Да как так-то? Какой-то столб помешал мне выстрелу. Не пойму я, что творится здесь. Почему я не могу его пробить? Нет, ребят, так дело не пойдет. У меня половина жизни уже сняли. И еще практически никого не подбили. Установка стоит. Надо ее сносить. У нее очень мощная атака. Тем более у нее ракетами там. Ну давай, 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 давай. Давай, родной, ну. Отлично. Только снаряды мимо пролетели. Осталось два танка. Да нет, осталось три. А вот еще одна установочка. Давайте ее по-быренькому уничтожим. Ее вообще-то уже взорвали. Так, оказывается, здесь два танка. Они просто все в кучку стоят. Поэтому отображалось как два. Ну почему не хватает мне на добитие? Немножко буквально, а? И последний. Где он там у нас? Вот он выезжает, красавец. Давайте, ребята, с двух сторон, даже с трех. Кто-то... Ага. Смотрите, он в меня хотел сейчас выстрелить, но мой напарник как бы меня прикрыл, получается, своим корпусом. Все, уничтожили. Отлично, противник уничтожен. Район чист. Это радует. Так, ну что, мы завершили эту миссию с вами. И приступаем к четвертой миссии. Это нефтяное месторождение, все, что у нас осталось. А теперь они хотят забрать его. Но мы так просто не сдаемся. Они уже рядом.
ну я... Так, без жалости круши. Так, ну я так понял, мы сейчас будем защищать нефтяные свои вышки. Остановите захватчиков. 939 хп у напарника, который едет впереди. А у меня всего 618. Слабоват я. Но это лучше, чем 400. Так, противник замечен. Да кто-то... Ага. Подожди, ребята, надо его добить. Да куда нацел-то? Ёлки-палки, да что ж происходит-то? Вау, 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 вау. Ребята, потише, потише. Едет он здесь. Как у себя дома прям. Вольготненько, не спеша. Ну дает, блин. Так что с прицелом-то? А, я, видимо, в низине стою, и у меня пушка смотрит вверх. От этого все и происходит, что прицел наверх отображается. Что тут происходит, я не могу понять. Ну-ка, дайте-ка с минометки. Вот этого давайте добьем. Не получилось добить, но мои дело сделали. Так, а кто меня опять там просматривает, а? Ты что ли, трупешник? Так, враг уничтожен. Они атакуют наши нефтяные скважины. Но мы этого позволить не можем, ребята. Надо защищать наши скважины. Так, зеленый маркер отмечен по карте. Двигаемся к нему. Так, истребители там полетели. Вау, 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 тихо, тихо, тихо там. Вот они. Я уже понял, что вот они. Давайте на перехват попробуем. Еще один выстрел. Ну, да куда ты прячешься там? Есть. Уничтожили. Да, ребята, вы двигаетесь вперед. У вас очень много хп, вы толстые. В отличие от меня. Так что будете у меня на передовой стоять. А что произошло? Ребят, я не понял, если честно, что произошло сейчас в данный момент. Или меня убили? Да вроде бы нет. Может быть, нефтяные эти вышки уничтожили? Ладно, хорошо, что мы недалеко начали. Сейчас переиграем. Давайте по-быстренькому, где они? Вот они, красавцы, стоят. Сейчас главное не тупить и по-быренькому их уничтожить. Есть. Кто меня опять палит, а? Ты что ли? Замечательно. Тут мы быстро как-то разделались. Что там у нас за маленькие танчики ездят? Так, 146 хп, 25, все. Он мой. Отлично. Ну куда ты выдвигаешься? А ты закрываешь мне весь обзор. Стой там на месте. Вот он, вот он. Блин, вообще не попал. А, сейчас мой танк там уничтожит все. Парничек сгорел на работе. Да отойди ты, а. Ну, 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 давай, 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 давай. Отлично, но не добил. Сейчас добьем. Отлично. Не дали мне его добить. Опередили. Нашему блокпосту нужна помощь. Отправляйтесь к нему. Понял. Мои танки уже покоцаны, а один практически... А нет, все нормально. Это какая-то даже ракетная установка стоит. Причем наша. К нам движется большая колонна вражеской бронетехники. Уничтожьте ее, используя пусковую установку. О, вот это вот хорошо. Сейчас я тут развлекусь. Давайте, ребята, подъезжайте. Я готов вас обстреливать. Довольно все легко и просто. Как семечки. Приближается еще одна колонна вражеской бронетехники. Да хоть три колонны. На установке этой можно чувствовать себя довольно спокойно, потому что я стою где-то на возвышенности. Мне их прекрасно всех видно. А ракеты мои чуть ли не самонаводящиеся. Летят туда, куда я их направил. И к тому же у меня
очень толстый танк. 1694 хп. Не так уж и просто его уничтожить. Последний, да, пап? Да, последний. Какой последний? Осторожнее, ага. Я уже понял. Тихо, 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 тихо. Да что ж мимо-то все. Они сзади. Оу, ребята, сзади. Как они так быстро появляются? Даже не подъезжая, а просто как будто из ниоткуда появились. У меня вроде как ракетная установка. Она должна иметь какую-то радарную систему обнаружения. Так, погодите, погодите. Я все понимаю, что я толстый, но не настолько, чтобы воевать один с таким количеством танков. Так, есть. Давайте еще. Не буду я стрелять по дальним, будем уничтожать приближав. Ого, установка. Замечательно, разнесли мы ее. Еще один танк, два. Ты-то что здесь стоишь? Иди отсюда. Так, и последний. Последний танк, наверное. Превосходно. Вспомогательная пневматика. Так, захватчики уничтожены. Ну. Так, ну что, мы прошли с вами очередную миссию. У нас осталось впереди еще фиг их знает сколько. Но я думаю, немало. Так что мы еще с вами повоюем вовсю. Ну а на этом, ребята, я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии и в следующей миссии, которая будет у нас 5-я. Всем удачи и всем пока. Can't stop bouncing.